Друзья, сегодня пересадила свои колиусы, которые я получила, наверное, месяца полтора назад, и укоренила. Вот в таких маленьких стаканчиках я укореняла. Вот совсем маленькие. Вот. А сейчас пересадила в большие. Ну, самые такие вот большие. Вот. Вот какие большие. И колиусы, это у меня вот какие теперь уже большие, прибольшие. Вот, посмотрите, каких красавчиков я пересадила. Вот как они подросли. Это зима, и они все равно красивые. Видно уже, что все равно они разные. Вот это все у меня новички. Вот какие красавчики. Новички. Грунт я делала. Теравита цветочная. Песок добавила сюда, торф. И совсем-совсем немножко полевой вот земли. Мы ездим специально на такие гривы, где у нас хорошая земля. Оттуда снимаем пырей, пырей вытрясываем. И вот этот вот грунт берем для цветочков, когда огурцы сажаем, для рассады. Вот такие красотулечки у меня. Вот такие красотульки у меня. Ну вот, теперь в этих стаканчиках они у меня будут стоять до весны. Им хватит. Их надо сейчас, вот я их фитоспорином еще раз пролью. Я вчера грунт обрабатывала фитоспорином. Он простоял здесь ночью, вот. А сегодня вот я пересадила. К ночи пересадила, еле собралась. Думала, мне никак опять сегодня времени не хватит. Ну вот, и все. Пока-пока. Показала вам своих красавцев.